Спасибо, что присоединились ко мне. Сегодня хочу поговорить. Наши редактора, нам зрители многие присылают вопросы. И вот один частый вопрос. Почему для молодежи в мире весело и интересно, а вот в церкви скучно? Это проблема церкви, это проблема личности пастора, это проблема человека, которому в церкви скучно, когда там скучно? Или должно быть тебе весело, когда там скучно? Или что это? Почему? Это мы начинаем обвинять, многие обвиняют этих молодых людей. Ах, вы такие, вы мирские, вас в мир тянет, вас грех, искушение, вы должны противостоять, все должно быть постное и черно-белое. Что это? Да что угодно. Могут быть чьи угодно проблемы и церкви, и молодежи. Для меня важно, вот когда я прочитал этот вопрос, определиться, о каком веселье идет речь. То есть, если это веселье просто греховное, ну, допустим, людям же нравится грех, молодежи может нравиться там, висеть, да, как мы говорим, mm-hmm. грех. То есть это одно дело. То есть если люди любят такую мирскую жизнь, грех их веселит. Но не тянет их церковь, да, так, вот просто неинтересно. Нет, сейчас давай не за веселье даже, просто он говорит, да что это неинтересно? Неинтересно. Опять-таки вопрос какой, определиться с весельем. Если для него веселье, то есть определение веселья, это просто грех там, пить там, с девочками гулять, да, ну извините, тогда церковь тебе ничего не может предложить. То есть в таком случае не об этом речь идет. Да, в таком случае речь не об этом идет. Да, вот правильно разобраться. Правильно разобраться, о чем идет речь, о каком веселье. Да. Если мы говорим про скуку. Здесь никто, давай так, не тянет церковь. Вот не тянет церковь, ну реально, ну не тянет, он не хочет, не хочу там что-то. Ну, всегда были люди, которых тянуло или не тянуло. Угу. То есть мы не поменяем эту тенденцию. Значит, я в Европе был, посмотрел в одну европейскую церковь, зашел, там 15 человек сидит. И там что-то так невесело. Даже и мне захотелось уйти. Вспоминаю сразу, знаете, вот соседнюю кофейню. Видели, да, как он? Мистер Бин, да. О, там хорошо показано. Да. Я даже в церкви показывал нас. Люди так ободрились. Если мы говорим про скуку в церкви, про то, что, допустим... Давай я, наверное, так переформулирую. Потому что сейчас мы начнем говорить греховно, дьявол искушает. Сейчас мы не говорим, что нам нужно в церковь искушение привести, чтобы было... Ну да, важно определиться, о чем мы говорим. Определились. Мы хорошо понимаем, о чем идет речь в этом вопросе. Создание атмосферы. Есть центробежная, центростремительная сила. Мы по физику, помните, да? Когда к центру стремится, и когда от центра стремится. Когда мы заварку размещаем, вся заварка к центру стремится. Когда мы заварки начнем кого-то раскручиваться, он отлетает от тебя. Почему-то вот есть такие силы центробежные и центростремительная сила. Когда тянет и не тянет. Почему? Почему вдруг на стороне во многих церквях скучно? Я бы добавил еще есть одна сила Духа Святого, которая притягивает, или которая, когда человек чувствует ее, точно. И которая идет туда. Я считаю, что ну, не совсем можно так сказать, можно рассуждать, скучно или не скучно в церкви. Все вопрос литургии. Если в церкви скучно, то надо литургия церкви какая? То есть консервативные церкви, есть ортодоксальные церкви, есть церкви свободные, то есть по-разному проходит литургия, то есть само собрание. И один может человек почувствовать себя... То есть ты считаешь, что это проблема литургии? Я считаю, что это проблема личности, которые приходят, допустим, говорят, приходи в эту церковь. А там, допустим, консервативное служение. Угу. Ему там неинтересно. Значит, ему надо подумать, пойти в другую церковь. А вообще, хоть кому-то было интересно консервативное служение? Мне было. Тебе, да? Да, я сегодня покаялся. Сегодня так было скучно. Я покаялся. Так было классно. Я аж просто три раза заснул. А сколько тебе было лет? Мне 19 лет было. Познавательный, новый мир. Да, мне было интересно, что мне интересно было само понимание. Ну, я хотел возрасти просто. Для меня был рост важен. Но непонятно. Но потом, когда я уже вырос... Мне хотелось уже другое. Ага. Да. Ну, то есть, это проблема общины или личности? Я считаю, что личности. Личности, которая не тянет церковь. Да, которая не тянет церковь. Ну, я вообще думаю так. Конечно, есть два вопроса в одном. Мы не зря начали с одного, а потом перешли на другую плоскость вопроса, к другому вопросу. Но все-таки, если взять в основе своей, то есть две силы, которые тянут. Они являются... как бы основными притягательными. С одной стороны, это грех, он имеет силу, нельзя его недооценивать. С другой стороны, Дух Святой. Он тоже имеет силу, и гораздо большую, и притягательную силу. Удивительно, я помню себя в свои 17 лет, когда Бог коснулся моего сердца, все, что было в церкви, в то в советское время, а там веселья немного было, я все равно был счастлив. Потому что Дух Святой, он является большой силой. Но я думаю, что вопрос, вообще, в общем-то, не в этом. Я думаю, что в такой внутренней жизни, скажем, вот для, что может предложить церковь молодому человеку, правильно?
вот с его интересами, потребностями. То есть есть самые обыкновенные потребности для души, например, да, для эмоций, чтобы какой-то драйв был, какой-то адреналин был. Ну, надо эти, особенно мальчикам, у меня мальчики, я с них больше знаю, чем для девочек. Вот. Для интеллекта что-то надо. То есть как-то вот движение для тела тоже, чтобы двигался молодой человек. Что церковь может предложить? Мне кажется, здесь есть как бы, ну, есть и у церкви свои проблемы в этом плане. Ну, и в то же время и в самой личности молодого человека. Я взял, например, так некоторыми материалом познакомился недавно о том, что психологи провели эксперимент. Какой эксперимент? Они предложили всем желающим молодым мальчикам и девочкам добровольно на какой-то отрезок времени, я точно не помню, на сколько часов, но не помню сейчас, на сутки или на меньше, чтобы отказаться от всякого вида электроники и общение, чтобы молодой человек просто остался сам с собой, со своими мыслями. Он может рисовать, петь, играть на гитаре, пианино, там, что-нибудь делать, но без всяких средств связи и средств электроники. Было задействовано 60, по-моему, с чем-то человек, по-моему, 68 человек, по-моему, если я не ошибаюсь, то до финиша, по-моему, на 8 часов, дошли только 3. Из них 3 подростка подумали о самоубийстве. Только потому, что они лишились средств, которыми пользуются постоянно. Никто не дошел фактически. 3 человека всего дошло. 1 девочка, 2 мальчика. А все остальные не смогли дойти, потому что они не были готовы оставаться одни, сами с собой, со своими мыслями. Они не привыкли. Они не знают своего внутреннего мира. И о чем это говорит? О том, что современный мир воспитывает так детей, что они не умеют мыслить, не умеют справляться с своими мыслями. Леонид Николаевич, ты предлагаешь поменять весь современный мир? Нет. И сказать, приходите в нашу церковь, пастор вам расскажет доктрину, концепции нашего веропроисхождения. Мне кажется, что каждый молодой человек, мы тоже все молодыми были, да? Я помню, что когда ты молодой, все равно какие-то вызовы, какие-то несогласия, какой-то даже внутренний бунт внутри тебя. Нигилизм такой. Да, нигилизм, правильно. Но во всем этом хочется разобраться, не хочется, чтобы тебя использовали, типа, как молодого человека. И я думаю, что каждый молодой человек тоже делает свой собственный выбор. Или пойти по пути наименьшего сопротивления, просто скользить по жизни, без всяких сложностей, или все-таки принять вызов. Я помню, как я хотел в армию, будучи верующим человеком, будучи пацифистом, скажем, в то время, я хотел в армию, хотел попробовать свои силы, мне хотелось этого всего. Конечно, я думаю, наверное, это маяка. Ты был единственный. Саша, всегда можно на Джоконду писать. Спасибо. Я думаю, он хотел советскую армию. Нет. Я по-своему. У молодых людей все равно есть какие-то вызовы. Я думаю, что мальчики хотят как-то все-таки какую-то фигуру там сформировать, спортом заниматься, как-то вот попробовать себя в обществе, там, дать сдачи. Ну, о чем мы и говорили. Вы знаете, я бы сказал так. Посмотрите на горы, на проповедь Иисуса Христа. А сколько он говорит здесь о доктринах? Он говорит о том, как жить. Вот это делай, вот это делай, вот это не делай. Вот это, вот так поступай, вот так смотри, вот это делай, вот это не... Вот знаете, вот его проповедь была настолько живая, реальная, снабженная кучей, огромным количеством реальных человеческих примеров, и сельскохозяйственных, и аграрных, там, и бытовых, потеряла монету, то, другое, третье. То его, когда смотришь его послание, то понимаешь, что он чем-то отличался. И написано, что он учил не так, как фарисеи. Он учил не как они. Они учили по-другому, а он учил. И он учил, вот, ибо он учил их как власть имеющие, они как книжники и фарисеи. Книжники и фарисеи, они умничали доктрины, делай, не делай, можно, нельзя, нельзя, Бог против, Бог тебя накажет, чтоб ты сдох, чтоб ты воскрес и так далее. Вот. Но когда теология начинает превозноситься перед простым общением, мне кажется, что одна из основных причин центробежной силы, когда от центра уходит, это в том, что со сцены церкви вместо жизни начинает идти доктринальная. Доктрина – это для школы, для, я не знаю, каких-то там, ну, синагог, где вот сидит, там ты обучаешься, вот детей обучаешь, библейские институты, университеты. Это классно, это нужно. Но когда мы говорим за церковь, где ты приходишь, должна быть радость. Ну, по моему мнению субъективному,
Посмотрите, как вот в средневековье, да, стоит в Европе центральный храм, гигантский, суперэффекты, эхо, ревербераторы, там, да, когда начинают петь, как будто ангелы, цветомузыка, вот эти витражи, солнце, луч падает, мужик-клоун в этой в шапке, с этой жук-жук ходит, дымит, коптит, ну, ты приходишь, вау, спецэффекты, вся жизнь черно-белая, а здесь куча спецэффектов, какие-то эхо, звук, ничего не понятно, но все тянет, какие-то картины невероятные, теперь у нас все изменилось. Единственное черно-белое место у нас в жизни – это церковь. Единственное черно-белое место у нас в жизни – это церковь. Не согласен. А все остальное – это цветное. Цветной телек, цветной монитор, цветное – все цветное. Уже двое не согласны с тобой. Не согласны. Ну, во-первых, вопрос доктрин, можно, доктрина, она практичная, вообще-то ее можно живо подносить, а можно взять самую практичную проповедь и так скучно ее поднести, что все заснут. Вот, поэтому, что я думаю, почему я думаю, что здесь в ответ и церковь может быть виновата, прежде всего, и личность. Ну, мы же не можем всем нравиться, да? Должны ли мы всем нравиться, вот как церковь, абсолютно каждому? Нет, это не наше призвание всем нравиться. Христос живой, активный, как проповедовал власть имеющий, не всем нравился. Не все... Ты знаешь, кому не нравится? Тем скучным. Он не нравился скучным, а народу он нравился. Что я думаю про молодежь и про церковь? Я думаю, что прежде всего, служитель, пастырь, да, мы должны понимать, что молодежь – это такая же часть церкви, как и взрослые. Обычно как думают пастыря, да? Вот собрание взрослых, вот это церковь. Дети – это там, их надо развлекать, да, подростков, пока здесь взрослые серьезным делом занимаются. Я был, вот расскажу, я был на одной конференции, большая конференция для служителей. И между центральными собраниями проводят вот такие, знаете, там, воркшопы, маленькие такие, там, как получить помазание, если хочешь о финансах, пойди туда, как бизнес построить туда. То есть разбиваются люди по группам в течение дня. И я решил пойти на класс по молодежному служению. Были тысячи людей на конференции. Знаете, сколько там человек было в классе? Я был один из них, 5. И выходит этот служитель вести свой класс. Он, 5 человек. И потом говорит, а вы знаете, я не удивлен. Потому что это показывает интерес людей. Вот зайдите туда в класс, как бизнес построить, забит. Как помазание получить? Забито все. Как дары Святого Духа должны действовать? Все забито. Молодежи, 5 человек. А проблема в том, что мы должны в церкви, во-первых, интересоваться молодежью. Мы должны понимать этих людей. Мы должны... То есть все-таки пастор должен что-то предпринимать, шаги. Абсолютно. То есть, вопрос, обвинять молодежь и говорить, что абсолютно. У вас что-то не то в голове. Нет, я бы так сказал. Если мысль как бы начал, но слишком растянул ее. Но если коротко. Первое. Каждый человек, он стоит постоянно перед выбором. И мы в том числе. У нас каждый день это выбор. Вот родился ребенок, да, подрастает, начал понимать добро и зло, и он же стоит перед выбором. Каждый ребенок, начиная вот дальше, подросток, молодой человек, он стоит перед выбором, он уже понимает, что плохо, что зло, что хорошо, что плохо. И он стоит перед выбором, и, соответственно, выбора он и строит свою жизнь. И здесь нельзя, скажем так, ну, сказать, так, церковь должна его развлекать, чтобы он, ну, поменял свой выбор. Все равно, если человек сделал свой выбор идти по какому-то пути, ему нужно, может быть, наесться этих, помните, рожки. Рожки этого блудного сына, пока он, они попер горло не станут. Кому-то так. А кто-то более честен, скажем так, нет, я не хочу. Хочу найти настоящий путь. Хочу все-таки. Разобраться хочу. И тогда, конечно, я верю, что Бог касается молодых людей. И, с другой стороны, это церковь. Я думаю, что чем было примечательно служение Иисуса Христа? Он восполнял потребности, он отвечал на их вопросы, он служил, актуальным им был. Я думаю, что вот это то, что привлекало людей к нему. Церковь должна быть актуальна. Не просто пастор, служители, они что-то говорят, а все люди живут в своем мире. Просто встретились по традиции, сделали вид, что им нормально, и все разошлись. Нет, должен быть ответ. Иисус Христос, Он ответ для людей. Церковь, она имеет эту власть, должна давать ответ людям. То есть нужно что-то сделать со конечно, церковью. Так, то есть нужно, да. То есть нужно подстраивать церковь под... Хорошо, вот в Украине, и вообще по всему миру начинают появляться молодежные такие ультра, пирсинги, гребни, всякие штучки, наколки христианские и все остальное. И там куча молодежи. То есть это что, теперь скейтборд пастору одеть, сделать наколку? Рок-звезды собирают еще больше молодежи.
Угу. Вопрос не в том, чтобы собрать много молодежи. Если молодежь. Мы говорим, что вот вы говорите, что нужно перестраивать тогда литургию или сделать как-то адекватно. Это Леонид говорил, нужно перестраивать. Вот, ответьте, пожалуйста. Ну, да вот что теперь получается? Я считаю, что в первую очередь, что церковь надо перестроиться не на себя работать, а на то, чтобы быть показателем для людей. То есть я часто работаю больше на улице, я работаю с людьми. То есть я проповедую, евангелист я. Я больше вижу, как у людей нет интереса к церкви, не потому что там какая-то неправильная литургия или там не отвечают на вопросы. А то, что нет верующих, которые могут сказать, пошли со мной в церковь, и ты увидишь ответы на свои вопросы. Очень мало людей я вижу, которые заинтересованы, то есть могут сказать адекватно даже человеку, кто такой Иисус, что он сделал. Поэтому проблема, почему молодежь не идет в церковь, почему вообще люди не идут в церковь, потому что у них нет достаточно адекватного свидетельства. Примеры или как? Да, от свидетельства, потому что человек может адекватно объяснить ему. То есть, ну, посмотрите, я по Киеву просто смотрю, на каждом станции метро стоит свидетели Иеговы. С журналами. Там старые бабушки стоят, дедушки стоят, кто там стоят. Они вообще ничего не отвечают. К ним подойти, вопросы, сказать, возьмите журнал. Но по динамике свидетели Иеговы, самая растущая секта, которая в мире. Вопрос, что делает церковь? Там журнальчики напечатать? Да. Нет, вопрос в том, что мы делаем для того, чтобы привлечь молодых. Вот я сегодня утром задал пастору вопрос, если мы такие правильные, то почему их больше, чем нас? Потому что мы мало делаем. Мы мало светим. То есть мы правильные или не вы? Да. Нет, здесь есть две вещи, как я говорил, что есть решение самих людей. Вот не наелся человек рожки эти, греха не наелся, хочет он. Но ты его тянешь оттуда, не надо, он нет, хочу. Не надо, нет, хочу. Ну пусть человек поест. Бог позволяет, правда же? Не гремит, не бьет по голове, человек грешит. Но это мы подходим уже, так сказать, совсем индивидуально. Там, я говорю, что в мире все идут, то есть люди ищут. Сейчас очень много людей вопросов, кто такой Иисус, но адекватного ответа они не могут получить, потому что они не знают, где получить этот ответ. Хорошо, вот у вас здесь одна церковь в Киеве открылась, и мне уже пасторы некоторые звонят, говорят, вот ты сделай так, чтобы давить и все остальное, чтобы туда все идут люди, что-то нужно предпринимать, это что-то будет ужас какой-то, туда слишком много людей идет, кается каждый раз много людей. Я посмотрел и подумал, интересно, вот такая реакция пасторского, блока. Конкуренция. Здесь просто, да. Почему не ко мне? Да, или склонны критиковать то, что не понимают. Так. Если я не понимаю, мои рамки, это понимание не вписывается, значит плохо. Мы же даже не знаем, что Бог может использовать. Каются, слава Богу. Если что-то не так, Бог их подправит, да? Вот. Что я думаю, вот я вам поделюсь по поводу молодежи, да, с недавнего времени, вот с начала этого года, я уже пастырь 8 лет, и у нас было молодежное собрание подростковое, с недавнего времени я сам веду молодежное служение, я решил сам это делать. Я понял, что я пастырь, во-первых, для этих людей, я пастырь для детей в нашей церкви, не только взрослых, я пастырь, я не могу служить всем, но я решил сам служить молодежи. Я сам собираю всю нашу молодежь и делаем собрания для них. Я лично хочу прикасаться к молодым людям. Мы делаем служение «Вопросы на ответы». Я отвечаю. Я хочу прикоснуться к ним, и я хочу помочь молодому поколению, подросткам, молодежи, чтобы они в жизни могли, во-первых, отстоять свою веру, чтобы они были готовы, чтобы они были христианами, да, я лично провожу. Не потому что это тяжелее, больше времени, я хочу это делать. Я понимаю, что в церкви нужно служить молодым людям, у них есть потребности, свои вызовы в жизни, и церковь должна иметь ответы для этих людей. Мы должны быть заинтересованы в них. Насколько у нас все профессионально в плане музыки, света, это не самое сейчас для меня главное. Главное, я хочу контакт с этими людьми, чтобы между пастырем и молодыми людьми не было стены. Это чтобы мы были в общении. У меня должен быть с ними контакт. И я ответственный за них. И поэтому я думаю, что задача церкви номер один – не игнорировать этих людей в церкви. Потому что часто мы игнорируем, не замечаем. Они есть, и слава Богу. А что там происходит? Нет, это уже не наше дело. Я думаю, что мы должны думать об этих людях. И мы должны понимать, что в мире их ждет то, что нас не ждало. Потому что время поменялось, мир поменялся. Он должен пойти в школу, уметь отстоять свою веру. Ведь по статистике-то, по американской статистике, 90% молодежи отходят от Христа в учебных заведениях. Это уже статистика. Они из церкви попадают, и они не могут защитить веру. Они слабы, они не готовы дать отпор этому натиску атеизма и всего. И поэтому я думаю, что мы должны вот
ему 2-3 года уже думать о нем. И молодым людям, я лично сам служу им. И я думаю, что в этом случае мы должны как церковь задавать себе вопросы. Что мы делаем? Что мы предлагаем? Как мы служим? Вот был пастор Леонид сказал вопрос, или вот есть такое мнение, вы знаете, да? Чем привлечешь человека, вот тем и надо будет удерживать. Я не согласен, и да, и нет. Есть люди, которые пришли в церковь. Нет, нет. Ну, я не об этом, я извиняюсь. Есть люди, которые из-за гуманитарки пришли в церковь, и мы говорим, вот гуманитарку остановим, уйдут, потому что ты вообще? Где же гуманитарка? Но поэтому не надо веселье им предлагать, не надо... Я немножко чуть-чуть попрошу. А почему не надо веселье? Нет, будьте веселыми. Я вот о чем хочу сказать. Я скажу вам, вопрос очень серьезный. И мне 52 года, я сейчас пересматриваю свое богословие, потому что я увидел, что, опять же, что очень много иллюзий. Значит, прежде всего у пасторов, у служителей. Очень много иллюзий. Даже в том добром, что они делают, они думают, но все обнаружит испытание. Когда проходит на самом деле испытание, еще же гонения даже нет, еще нет страданий серьезных, тогда все проверится, что мы строили, что мы создали, каких людей мы приобрели, кого мы из них сделали. Я помню, когда я был молодым человеком и встретился со смертью лицом к лицу, я помню, мне было 19 лет, я служил в армии, я знал, что до вечера не доживу, я понял, что в голове я все понимаю. Я готов умереть за Христа, я пойду на небо, но внутри меня все кричало, нет, не хочу, я жить хочу, я не согласен. Здесь мы можем иметь очень много хороших идей, доктрин, философий, но жизнь все проявит. И для меня, конечно, сейчас, вот я думаю, что является ключом, если взять, допустим, вот что является решающим фактором. Мое мнение, это только Дух Святой. Если он не проявит себя, если он не зацепит человека, если он не коснется, не откроет Христа, ну хоть на голове стой. Мое мнение, это только Дух Святой. Если он не проявит себя, если он не зацепит человека, если он не коснется, не откроет Христа, ну хоть на голове стой. Ну, я согласен. Можно собрать толпу, конечно, веселую толпу. Я согласен и не согласен с этим, потому что Библия говорит нам, что мы должны проповедовать Евангелие, а в Евангелии самой сила Божья. Потому что это, то есть, сила уже есть здесь. Ну, да. Что ж евангелист мог? Я по-другому не могу сказать, потому что я вижу это. Я по-другому не могу это сказать. Другой вопрос, что когда мы этого ничего не делаем, мы можем умно говорить. И говорить какие-то очень хорошие вещи. А если мы их самого главного не делаем и не учим людей? Да делаем же, вот там, мы что делаем? Ну, я думаю, вопрос, сколько сил есть. Да, вопрос веселья, не, не проблема с весельем. Да, да. Можно сделать церковь интересной. Интересной и веселья. Вопрос в том, что мы не заканчиваем на веселье. Да. Одно дело, если у нас кроме веселья ничего нету, это плохо, да? Потому что назначение этой церкви – готовить учеников. Знаете, как сейчас таблетки делают, вот раньше были такие несъедобные таблетки, а сейчас все научились… Сладенькие, да, сладенькие, вкусненькие. Да, вообще, И вот когда мы говорим о том, что нужно сделать, если сладкий сладким сделать в привкус лекарства, то тогда оно будет легче проглатываться. Мы же хотим горькое лекарство предложить. Я думаю вот вообще о том, что… то о чем мы говорим? И даже слушай, о чем мы говорим? Я вообще считаю, что мы должны быть нормальными людьми и жить нормальной жизнью. И эту нормальную жизнь предложить людям. Вот что нормальная жизнь сейчас как-то звучит? О, вот меня... это хороший вопрос. А что такое нормальная жизнь? Смотрите, например, у каждого человека есть свои представления о жизни. Вы сами понимаете. Я считаю, что мы как служители, мы обязаны быть ближе всего к норме. Обязаны. Если мы не ближе всего к норме, тогда, наверное, нужно заниматься чем-то другим. А что такое нормальная жизнь? Это же не только наш дух. Это наше тело, это наша душа, это взаимоотношения, это многое другое. Мы даже немножко касались, например, вот защищать страну или не защищать. Я смотрю, как-то вот немножко поплыли чуть-чуть. А что такое нормальная жизнь? Представьте себе, на страну нападают, и все христиане хором, а мы не пойдем воевать. Да, нужно бежать. Ну вот понимаете как? Так это нормально или не нормально? В Европу, в Израиль. Хорошо, пусть грешники мрут, скажем так. И я скажу вам, что такое нормальная жизнь. Я думаю, что нужно, прежде всего нам, как служителям, быть открытым к тому, чтобы пересматривать свое богословие на основании Библии. Брать, читать Библию как первый раз. Потому что как мы читаем Библию? Мы почитаем книжку, кто-то нам что-то сказал, и мы через призму этого уже смотрим на Библию. Знаешь, вот ты говоришь, Дух Святой, нужен в церкви Дух Святой, все правильно. И вот я видел, как один пастор ходил по сцене в одной церкви, и
Все нормально, он молился, молился, и он где-то полтора часа после собрания еще Духом Святым сказал, что... Уже это произошло, что он продолжает. Я стоял из уважения, стоял. Я думаю, боже мой, что он делает? Зачем он? Что он хочет? Господи, сведи его со сцены, спусти его со сцены. Дух Святой, подскажи ему, что ли, что уже люди уже устали. Я думаю, что Дух Святой, да, но чуть-чуть бы я перефразировал. Должна быть атмосфера. Вот где жажда, вот если есть атмосфера движения, все будет интерес. Если трое увлеченных человек чем-то занимаются, вот трое детей увлеченных, они строят там что-нибудь, то подойдет еще пятеро, они тоже увлекутся этим. У меня вопрос тебе, Максим, как ты понимаешь тогда Духа Святого, если атмосфера и Дух Святой как бы ты разграничиваешь? Дух Святой – это личность, а атмосфера – это то, что вокруг Духа Святого. А ты можешь это разделить как-то или что? Ну, да, когда мы часто иногда говорим, о, это Дух Святой, и о, Дух Святой, так хорошо сегодня слово, а все уснули, но я не спал. Да. Это не то, это все иллюзии. Дух Святой – это Бог. И он, когда приходит, это очевидно. Но это клише, если сказать, если Бога не будет, все будет плохо, да? Это и как бы, ну да, ну тогда, значит, Бога нет на земле, все плохо везде. Вот. Но когда мы говорим за конкретный вопрос, то есть детям не тянется в церковь, одно дело, ну как пастор, нам нужно учить о доктрине, о том, чтобы вот это правильно все было, мы заботимся, да, чтобы церковь росла. А с другой стороны, если вот атмосфера не я будет, я видел, Максим, движняк. Такие общения, где атмосфера, вот движняк, все, я захожу, звенит от пустоты, содержания нет. Все вроде весело, все смеются, все шутят, все класс, все там, все, жизнь. Так молодость, она такая поверхностная, бессодержимая. А я думаю тогда, о чем мы говорим, просто о атмосфере? Или о чем-то, что когда это вокруг чего-то ну, важного, чего-то такого наполняющего? Ну, вот здесь и нужно запихнуть таблетку. В момент, когда радость и жизнь и все остальное нужно прийти и давать фундамент. Я вообще думаю, что он будет, что имеет нормальным человеком, да? Даже вот Иисус, он был нормальным. Он не просто стоял так за кафедрой и вот начинал проповедовать. Сегодня напоминал, да, что он ходил, говорил проповеди, делал это просто. Он использовал атмосфера. То, что было рядом. У него была атмосфера. Конечно же. А какая атмосфера? Первая была атмосфера Духа Святого. Надо не забывать, люди даже не понимали, что это. Я помню, когда я знакомился с Духом Святым, я служил в армии, я помню, чеченцы, человек 20 кружок, пригласили меня с гитарой, спой, сыграй. Я верующий, такой старый пещатник, такой, знаете, консервативный, ну, Духа Святого знал уже. Ну, сыграй нам, сели 20 человек, чеченцы, так, ноги под себя, все курят. У них интересный такой способ общения, они полчаса молчат. Сказал кто-то слово, опять полчаса сидят, молчат и курят. Это у них такое общение. Я помню, взял гитару и начал петь. Я помню, как Дух Святой сошел на меня, просто сошел. Все эти ребята, какими бы ни были, моментально перестали курить. Кто где держал сигарету, там и замер. Они почувствовали атмосферу. Я тогда понял, стоп, Дух Святой меняет атмосферу. Угу. Так что атмосфера и Дух Святой... Они покаялись? Я тогда не знал, что такое покаяние. Я был настолько правильный, что даже не знал, что такое покаяние. Правда, я не знал, какое будет покаяние. Вопрос выводило. Даже Иисус, когда проповедовал, они потом его распяли. Вот. То есть вопрос... На вопрос о центробежности, центрособления, как пастор, я думаю, мы должны подготавливать или создавать атмосферу какую-то, чтобы что-то в церкви, движение какое-то было, особенно среди молодежи. Если есть какое-то движение, может быть, даже пустое, да, но движение, молодежь-то она-то, и у них и нету содержимого, но больше как мыльные пузыри, надуется кто больше, и вот ходит, блестит, на самом деле сморчок лежит вот, после всего этого. Но прийти к ним и дать им надуваться возможность, дать свой пузырь надуть, кто-то больше надует, и чтобы заметили, и пообщаться, и чтобы таланты проявились. А сказать, ты, ничего, у тебя нету содержимого, да тебе гитару давать нельзя. Но наоборот, он брынкать умеет. Не, однозначно. Дать, конечно, гитару и сказать, вперед, давай, служи. Да. А как? Да что попало, спел? О, молодец, классно, вообще сильно было. Вот. Мне что нравится в Иисусе Христе, когда читаешь Евангелие, что люди самые несовершенные, самые такие падшие, они приходили и сидели рядом с Ним.
Там... Он смотрел на них, как на апостолов. Он говорил с ними, как ел и соль. Пил вот... с кем? С мытарями и грешниками. Так написано. Вы поймите, собрал-то он кого? Вот эту всю толпу собрал. Вы соль земли. Кто? А знаете, почему, я думаю, одна из причин, люди несовершенные, они не чувствовали своего несовершенства. Он не зацикливал, как в церквях часто бывают, на недостатках, знаете. Уничтожение, ты, да, ты там вот такой найдет ли веру на земле? Да, да, сидишь, думаешь, о Господи, кто спасется, так все да, честные да, врата, да, да, узок путь, никто не найдет. А Иисус пришел, говорит, вы свет мира, кому он это говорит? Только апостолам? Нет. Он же говорит рядом с ним. 5000 мужиков, по-моему, там, да? Мытари грешникам, они думают, я? Свет миру? Смотрите, как эта блудница, которая общалась с ним, он с ней разговаривает и говорит такие вещи, а он ей говорит, отец ищет себе поклонников. Да, да, да. Чего, Господи, кому ты говоришь? Ну да, да. Кому ты говоришь? Она с мужиками там, ну Закхей, он не сказал, ах ты тварь такая, евреев мучаешь. Да, да, да. Ты зачем евреев мучаешь? Ну, как-то поэтому к нему и тянулись, потому что, когда он смотрел на человека и видел в нем что-то особенное. Да, да, да. Ценил, достоинство видел их. Вот о чем мы и говорим, что пастырю, прежде всего, нужно смотреть на молодежь, вовлекать их в служение в церковь, рассматривать их как служителей, не просто как кем-то, знаете, придаточным к основной церкви. Это служитель. Пройдет 5, 10, 7 лет. Они повзрослеют. Вот. Я общался с пастырем одним, у него очень большая церковь. И он говорит, вся моя команда сегодня, это те, которые в 12-13 лет сидели, слушали меня, были в церкви, мы общались с ним, они сегодня его команда. Поэтому очень важно рассматривать их как активных членов церкви, вовлекать, служить, доверять им, не бояться, и чтобы они росли в церкви, были задействованными. Но это все вытекает из отношения. Можно говорить правильные слова, отношения, да. Но я думаю, что у Иисуса Христа, у него были, как вот мы говорили, да, чуть-чуть, у него было правильное отношение к тем же мытарям и грешникам. Другими словами, люди тянутся тогда, когда ты в них видишь не грешника, которого нужно покаять, а в нем видишь апостола, который, и когда человека в нем видишь не того, кто есть, а кем он будет, тем он хочет стать. Спасибо вам за участие в программе, наше время вышло. Пусть Бог благословит вас. Спасибо. Спасибо.